Доброе утро. Всем доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Такое мне утро. Вот. Это сегодня у нас 10 октября. Вот, так что да. Вот. И это утро. Это мое утро. Вот так вот, да. Боже, разговаривать на камеру вообще не умею, мне кажется. Ну ладно. Вот моя зубная щетка. Вот это класс. Вот. Сейчас я умоюсь. Ну все. Вот, все, сейчас я пойду в школу. Поэтому всем пока. Ну так. Сейчас время 7:45. Я собираю портфель. И буду сейчас собираться в школу. Потому что за мной уже идет Виолетта. Да. Но я даже еще и не собрана. Поэтому надо бежать собираться. Ну, короче, мое утро перед школой начинается вот так. Я просыпаюсь, умываюсь, ну, потом. Я пошла делать английский, я уже сделала. Сейчас я отдыхаю, потому что мне еще время перед школой. Пока сижу в ТикТоке, вот снимаю. Вот. Прошу всех видео, что такое. Короче, влог будет клёвый. Время у нас 6:37. Я только проснулась. Сейчас я буду собираться в школу. Повторю уроки. Некоторые. И мы с девочками встретимся в школе. Сейчас я буду заправить кровать, чтобы поехать домой. И все будет отлично. Сейчас я уберу быстренько зарядку. Теперь у меня фон кровать. Вот. Сегодня я буду напить, я сегодня буду. Мамочка какая-то. Вот, сегодня я надену топочку. И свой костюмчик. Стал рубашечку черная. И штанишки. Они шелковые, знаете, это такое чувство, как будто это какая-то пижама. Ну, материал приятный. Что? Что очень круто. Приготовим сейчас вещи. А за ним идем, моемся. А потом будем одеваться. У меня там уже готовый шопер. Идем умываться. Я только что отключила будильник, поэтому... Да. Все по просьбе видит. Вот сейчас я вас буду знакомить с мужем. Это мой муж. Уже год в браке. Я все еще не знаю, что я одену. Так что? Сейчас будем уже повседневный макияз. Да, получилось. Я не знаю, на камере не видно, потому что темно.
теперь увидим, что мне надеть. Сколько времени? Не знаю. Сегодня одену юбку. Такую вот юбку. Класс. Звуки. Класс. На кофту, наверное. И рубашку. Ну, потом покажу результат, что получилось. Сейчас пока. Блин, я забыла снять, как я оделась. И я делала вот так. Ну, так это выглядит. Не знаю, куда. А я ем банан. Я мешкалку не убирала. Что я? Ты где? Ну, вот так вот. Проходит мое утро. И сейчас я уже буду выходить. Потому что время уже, да. Ну, всем пока. Маша, сколько было? 8 ручек? Сколько? Короче, у нас было изо. Сейчас минут. Да. Вот. И мы лежим. А! Давай быстрее вспоминай. Я чё? Как ты тирала это? Какое? Да, ну я его даже выставила, но удалила, потому что я кое-что туда не добавила. Короче, что с прошлым влогом, у меня почему-то удалили стиль. А вот, поэтому смотрите этот! Привет! Там зайди. Хорошо, что не еда, видимо. Когда мы шли... На мини-песне. Там на плохишка, видите? Вот, самое главное плохишка. Скажите мне, пожалуйста. Она в депрессии. Если в калиме. Она не может это предугадать. Тихо, чернила. Понятно. Ладно. Я девочка-маска. Да. А еще у нее сегодня праздник, день здорового ребенка. Конечно, я болею. Тогда, оп. Да стой, стой, сейчас мы подогреем. Включила темный режим. Вот, все. А сейчас подогреем. Убирайся. Алло, не греем. А у Яна нашла замену. Виолетте? Замена Виолетте? Что? Что? Все, ну у меня панигрея будет. Ты что, стала айдолом? Не знаю. Конечно, айдолом стала. Ну что, у тебя полный ангел. А на мой голос я подумала, что у нее там тики-ток включился. Все. Немножечко. Типа тебе он на тиксару, где тебе папин есть, да? Алина! Да твои! Больное дело. Ваня! Твоего. Сосать. Ой, что?
Полина! И мы бегали за игрушку. Да. Надо в следующий раз... О, Надя, заснять Егорышин. Чтобы все знали. Потому что он известный такой, да? Да. Он известный такой. Егорышин, это твой любимый день. Спроси у Нади номер Егорышин. У меня был номер Егорышин. Ой, не, у меня нет класса. Это твой любимый трек. Я делаю вдох, так пахнет Диор. Откуда он? Он же не писал. Мы с ним в лагере были знакомы, и я ему понравилась в то время, и он начал мне писать. Он прислал мне номер очень много раз, спрашивал моих знакомых много раз. Потом подошла к нему Полина, и она дала ему мой номер, и я такая, ну ок, давай. Вот. И типа он начал мне после этого момента писать. Ты написал? Ты что пропал? Вот Егор Шип назвал Пуляну Чокопайкой. Вот я делаю вдох, да, пахнет Диор. Ну все, пока. Что ты делаешь? Да. В карманчик. Ну или вот так вот за ручку, оп, как вот Полина шоколадочку. Ну там, видно, тут ты можешь только деньги писать, чтобы потом все деньги. Да, ну короче. Куру очень удобно, спасибо вообще. Мы очень хорошие, такие могут быть. Вот. Мне нужно зайти в другое время. Зачем? Мне надо смотреть. Там есть автомат. Там нет автомата. Там есть. Так я не открыть эту карту. Что здесь? Рил, ты что, какая то там бабушка? Ты хочешь мою бабушку назвать? Типа, ну это уже пользуюсь. Надо пользоваться. А, ой, вообще-то надо пользоваться, как у меня. ВТБ! Газпром это прям вообще. Что это за реклама? Реально, я что это снимаю? Снимай! Только чего пользуюсь. У меня сейчас Сбербанк. Банками или нет? Ну конечно, ну значит я королева. У тебя Тинькофф. И что? У тебя Тинькофф для банкетах. Сбербанк нормальный тоже. А что мы банки вообще обсуждаем? Нормальный банк. Это просто карточка. Короче, пофиг, мы очень крутые. Мы элиты. Сейчас мы пойдем в магазин его несем. Ну ты тихо, ну она видео снимает. Ну она, это была шутка, мы так что-то не понимаем. Вот так, долба, тварь! Выходи сюда! Виолетта, ты тупая! Да мне нужно столб, подойди! Давай сначала этот купим, что надо, и все. Ну, короче, вот, мы гуляем, мы идем в фикс-прайс. Короче, мы пошли в Ледовый дворец, чтобы... снять денежку от папы. Да, но там не получилось, потому что автомат пищал. И вот... пойдем в наш торговый центр. Плаза. Надо было сразу идти в Плазу. Я же предлагала, говорила. Вот, пойдем сразу в Плазу. Нет, мы пойдем в Фикс Прайс, потом пойдем в Ледовый. Потом пойдем только в Плазу. А еще нам надо ждать на скамеечку. Короче, нам надо было банкомат открыть, а чтобы взять деньги, наличкой, Маша с карты. И в итоге оказывается то, что эту карту ей заблокировали, и она не могла. Поэтому расплатиться не в магнитике и не могла снять деньги. А еще Маша болеет. Ну да. Кстати, у меня кашель отхакивается, наверное, я скоро уже вылечусь. Наверное, через дня 3, наверное. Получается, к выходным уже выздоровею. Боже мой. Ну ты на 14-е все равно придёшь, наверное. Ну да. Даже если бы ты болела?
Нет, тогда лучше перенести дату на 15 либо на 16. Ты знаешь, что такая? Ну все, вот 15-го ничего не будет, а 14-го будет. Вот так вот. Мы все решили. Алло, мы будем идти? Все, окей. О, погнали! Ну, короче, мы стоим на светофоре. Теперь мы идем. Вот. Ой, это не Соня машина. Нет, не другая. Ну ладно, желтая машина. А-а-а! Я убила. Как жить теперь? Я не знаю. Тяжело. Мы купили 3 ролла. Я чуть ли не умерла. Да, они стоили 33 каждый. И коробочка 16 рублей. Ой. И сейчас все упадет. Да, надеюсь. У меня бы уволились? Нет, ну покажи на нашу губу. Нет, наверное, не уборщик. А что он тут жжет? Может, он с таким эффектом специально? Так, убери это. Ой. Ой, мой глаз. Ну все, ешь. Ура, кушать подано. Они холодные. Они в холодильнике стояли, а ты что хотел? Ну? Я хотела нос. Как я давно их не ела. Я их не ела. 4. Я их ела в июле. Бекон. Я сначала подумала, что это с рыбой. Они даже вкусные. Угу. Блин, почему нету дошика со вкусом ролла? Ой. Ну пойдемте, ну все. Да, надо идти быстро очень. А зачем быстро идти? Мы успеем. На. Мама, на что ты потратила 100 рублей? На тяжело. На. Дорогое сейчас еда. Вот на что надо тратить все свои деньги. На 3 ролла. Я должна делать. Там, кстати, больше таких нету, которые мы покупали. Мы идем. Мы покушали. Вкусненько. Да пойдемте, нам не дадут скрипча. Ну, сейчас подождем. Пока. И вам бабушка. Три скрипыша. 4. Дали 3 скрипыша, 1 ножки. Нет, дали 2 скрипыша, один мы забрали, другой я забрала. Ну, то есть ты один забрала, я. Да, один тебе, ну, как бы дали, другой нам отдали. Другой я нашла, но Полина забрала. Мы
Уже новую открыли. Коробку. Короче, вот лак, который купила Полина. Вот у меня вот такой был лак. И он, короче, если поверх, я не купила. То он стерся. Я уже вышла с автобуса, да. Я забыла снять, как мы вышли с автобуса. Вот. Я уже около дома. И, короче, я иду и вижу свою маму. И знаю то, что мама смотрит на канал, мы видео. Так что привет, мама. Так надо было. Ну, короче. Влог закончился, я его смонтировала. Осталось только добавить видео и дубли. Я решу, что их добавлю. Спойлер, я их не добавлю. Я никогда не снимаю с первого раза. Что-нибудь вот такое вот, да. Ну, короче, я сейчас буду делать... Ну, то есть добавлю, пока будет грузиться, буду делать домашние. Потом будет грузиться все на YouTube. Вот, и... Все, потом буду сидеть в телефоне. И все, влог окончен. Он, кстати, получился довольно большим, хотя я там почти ничего не снимала. Ну, в принципе, что не снимала? Ну, снимала свой день. В принципе, я все, то, что надо было, сняла.